Так. Подустал немного, только перемыл всю посуду. Хотелось передышки. Цветы себе пролила. Перемыл посуду. Довязал одну переднюю часть, как его, подушку декоративную, или как их там называют. Подвесная шутка. Ну, такие, как это сказать. Что-то она мне большеват, получается, будет. На диванчик. На тот. Так. Посуду без передышки помыла. Цветы сеплила. Вот такую вот красоту купили. Отломился немного, правда, вот кусочек. Сейчас укоренять надо срочно. В автобусе просто народу битком. Да и камера ни хрена не снимает и не отображает. Даже цвет не передают. Вот с той стороны он фиолетовый. Вообще не снимает. Так вот хоть немного видно, что он все-таки красивый. Что ты, Эмиль? Не снимай меня там с волосами. Чего у тебя вечно с волосами? Волосы не причесаны. После кепки. Не кепки, а это панамы. Панамы. Вот у меня листочек. Амарилис, да. Так, посуду перемыла. Наконец-то. Вот осталась кастрюля, одна чашечка. Ну, это их нужно замачивать. Все. Кошек накормили. Вот. Все. Ты не будешь? Что? Ничего говорить. Кого выкладывать? Куда? Ну, ты что спрашиваешь? А, ну, поблагодари. А, ну я уже благодарю там. А. Как его, спасибо большое. Так, половина с нас, половина... Да, да, так. Половина с вас. Тут так получается. Половина я скинулась со своей пензии 1200. Так, короче, если что, снимай, как его, мне надо. Половина нам помогли. Нет. Тут, в общем, на 2000, а что-то и Витя. Видеть нечего. А что-то нечего. Тебя прежу. Нечего. Такова жизнь сейчас. Ну что? Цветочек. 100 рублей, да? Да. Чё, как тебе бегонии-то? Какие видео когда-нибудь-то? Ё-моё. Нет. Цени какая. Это Америка вообще. American Dream. А, ну вон он у меня, American стоит. Вон, 4 штучки. American Wine и чей? А сейчас сколько? А Шиш его знает. А сколько сейчас уже времечек? Алтай. Поставь на паузу. Так. Кнопки. Дорогие, капец, 70 рублей. Раньше дешевые были. Все дорожает. Да. А цемент куда-то вот. Еще? Где? Сзади пакет стоит. Цемент. О! Сколько стал цемент? 3 килограмма, 120 рублей. Так. Потому что этот, как его,
один не годится, который тот раз мы покупали. Нужен еще цемент был. Так, цемент. Как обычно, грунт. Перлит. Реже. Овсяночка. Ну, овсяночка не 70. 55. Овсянка 55? Майонез. Масло. 119 масла, 78 майонез, 59 мука, 124 бананы, 25 свекла, 94 сайра. Это по 6 рублей 10 штук. Это по... Ну, для 6 рублей неплохие весьма. Как его? А эти по 10 рублей. Такие крупные. 3 прям. Штуки. Это по 10 рублей. Ну, это недорого весьма. 120 это, 35 это и 274 говядины. Говядины, да. И свеклу крупную. Для свекольника. Для говядины именно прям для свекольника. Ну я и брал на суп такой. Вот они. 2000. 2000. Тысячи. Ну, 60, 50. Да. Ну это какие-то, глянь. Такова сейчас жизнюка. Жизнь.